какие новинки нас ожидают в коллекции Джира в следующем зимнем сезоне. Это новая модель с визором, модель Unisex Orbit, и женский вариант данной модели – это модель Era. В отличие от более простой модели, у которой закрепление визора происходит за счет трения, данная модель имеет жесткое закрепление визора. То есть данная модель уже подразумевает более серьезное агрессивное катание. Если вы вдруг упали, линза не сместится, потому что у нее уже идет прочное закрепление. Для того, чтобы линзу отстегнуть, нужно отжать кнопку и поднять. Сейчас я продемонстрирую, как шлем сидит на голове. Шлем также имеет магнитную застежку, быстро закрывающуюся, поворотное для регулировки размера. И для того, чтобы начать спуск, достаточно опустить линзу вниз. То есть линза закрепляется очень прочно, просто руками ее не поднять. Для того, чтобы поднять линзу, отжимаем кнопку и поднимаем. Также шлем внутри имеет покрытие Polartec Power Grid, которое активно отводит избыточное тепло и влагу. Это один из самых инновационных материалов в шлеме. Шлем имеет регулируемое проветривание. И также элемент дизайна – это инкрустированный логотип Джира, который у вас никогда не отвалится и не отклеится. Если вы любите не только спускаться на горных лыжах, но еще и активно скитурите, то специально для вас Джира разработал новую облегченную модель шлема. Шлем характеризуется очень хорошим проветриванием. И самая главная особенность данного шлема – можно отстегивать внутреннюю подкладку. То есть, когда вы идете в гору, вы получаете очень удобный котелок. То есть, надеваете либо на шапку, либо на баф. А при этом, когда вы внутреннюю часть отстегиваете, у него все равно остаются внутренние уплотнители. То есть шлем будет очень мягким на голове. При этом даже в таком виде у шлема остается регулировка размера. То есть вы получаете очень легкий, очень удобный шлем. А когда нам нужно будет спускаться, нам достаточно будет вновь подстегнуть внутреннюю подкладку, и у нас получается полноценный горнолыжный шлем. Также особенностью данного шлема является система MIPS. Это система защиты головного мозга от угловых ударов. Это небольшой выдающийся вперед козырек, который защищает маску от намокания, если у нас идет мокрый дождь, снег. Это регулируемое проветривание и облегченный крепеж для маски. Джира также позаботился и о женщинах. Он сделал аналогичную модель для любителей скитура. То есть внутри у нас подкладка, которую можно снять, когда вы поднимаетесь и активно потеете. Когда вы начинаете спуск, вы ее вставляете, у вас получается полноценный горнолыжный шлем. И данная модель идет в таких вот прекрасных ярких женских цветах, которые не оставят равнодушным ни одну женщину. И следует отметить, что эта модель одна из самых легких в коллекции. То есть он невесомый, чуть тяжелее обычной шапки.